Зин-зин-зин-зин-зин-зин-зин. Алло, это Раечка? Алло, Оленька, слушай, еле дозвонился к тебе. Как ты там без меня, девочка моя дорогая? Нет, это Вадим Сергеевич, вы знаете, вы ошиблись номером. После работы я очень устал, только что принял душ. Набирайте правильный телефон, извините. Надо же, ты смотри. Зин-зин-зин-зин-зин-зин. Алло, это Раечка? Оленька, очень плохая связь. Как ты там? Я же вам говорю, что это Вадим Сергеевич. Вы опять поправили не на тот номер. Я пришел после работы, принял душ. Набирайте правильный телефон. Я вас очень прошу. Да, я вас очень прошу. Что такое? Ты смотри, ты что ты делаешь? Зин-зин-зин-зин-зин-зин. Маньяк, точно маньяк. Зин, три раза я сказал. Точно маньяк какой. Да! Оленька, ты что меня нервируешь? Я еле дозвонился. Я же вам говорю, а ты шутки шути. Побеги, я не люблю шуток, Ольга. Оленька, попробуй положить трубку. Какая Оленька? Приеду, Вадим? Зарежу. Это ты Вадим. Меня знаешь, Ольга. Это зарежу Вадим. Тебя всю. Я вас уверяю. Пробуй, клади. Я на тебя через полтора часа посмотрю. Давай, клади. Это Вадим Сергеевич, я вас уверяю. Оленька, хватит шутить. Ваше блеснование. Лучше скажи мне, ты меня любишь? Ваше блеснование. Любишь, Ольга, зарежу. Я вас уверяю, что это Вадим. Считаю до одного. Один. Люблю. Я не слышу в твоем голосе страсти. У тебя что там есть, другие мужчины? Какие мужчины? За кого вы меня принимаете? За мою маленькую белую розовую кожу. Но это уже слишком. Оленька, назови меня ласковым словом. Это Вадим. Зарежу, Ольга. Я после работы. Считаю до нуля. Нул. Мой птенчик. Можешь, если захочешь, Ольга. Давай еще называй. Давай называй мне мало. Называй. Тачу ножик называй. Мой глупый пупсик. Куда ты сказал? Я говорю, мой глупый пупсик. Так меня жена называет. Какая жена? Ты что там, от любви совсем с ума сошла? Да пойми-ка, я не женщина-мужчина, меня зовут Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич. Очень хороший псевдоним, Ольга, будь ты даже Вадим Сергеевич, найду и женюсь. Но я действительно мужчина. Послушай, Вадим Сергеевич. Да, слушаю вас. Ты мне говорил, что любишь? Говорил? Говорил? Говорил. Говорил. Ты меня, моя птенца, называл? Называл. Пупса называл? Называл. Называл. Разве один нормальный мужчина другому мужчине может такое сказать? Конечно, не может, но вы же меня вынудили. Мужчина бы меня давно зарезал. Я никого не могу зарезать по телефону. Мужчина все может, были бы деньги. Скажи мне лучше, вот сколько ты получаешь? 3700 плюс премия. В чем? А в рублях. Женщина ты, мужчина столько не получает. Я не женщина, я инженер. Раз ты инженер, значит ты Ольга. Ольга, мне уже нравится твоя длинная затяжная шутка. Слушай, раньше ты совсем не умела шутить. Помнишь, как при моей бывшей жене ляпнула, что у нас будет ребенок? Помнишь? Да я пошутила. То есть я хотел сказать, у нас не может быть никаких детей, так как я Вадим Сергеевич. От меня родит и Вадим Сергеевич. Я не могу. А слушай, Вадим Сергеевич. Да, слушай. Говоришь, инженер? Да, инженер. Получаешь 3700 плюс мелочь? Да, плюс премия. Еще и родить не можешь? Я что? Устал вам повторять, то я. А мне все равно, кто ты, чтоб наследник был. Родишь мальчика, получишь машину. Простите? Родишь мальчика, получишь машину. А если девочкам? Зарежу. Честно признаться, я уже так давно мечтал о машине. Старайся. Десятая модель? С ума сошла, 10 сразу не могу. По одной. Тебе, брату, жены, маме, сестры, дяде, свату, кума. Честно признаться, ваша жена будет очень заманчива. Послушайте, Адон, не могли бы вы еще с одной женщиной скооперироваться, чтобы на вашей машине отправиться в небольшой... Какой еще женщиной? С моей алло. Женщиной. С какой женщиной? Да я все понял, Вадим, мужа, на твои деньги. Алло. Радость, алло. Алло. Я все понял. Алло. Я вас тут не важно, что-то у тебя слишком мужская хватка. По-моему, ты все-таки мужчина. Как? Скажи еще номер телефона, раз, скажи. 315-55-28. Какой последний цифр? 28. Дорогой, извини, видимо, палец соскользнул. Вадим Сергеевич,
Спокойной тебе ночи, ошибка вышла, буду Оле звонить, резать не буду. Господи. Доброй ночи. Всего одна цифра отделяла от счастья. Мамочка, зачем ты родила меня мужчиной?